Откуда вы идете? Они говорят, бульвар Миотиды 8. Мы, говорит, были в подвалах сидели. Зашел Азов. Почему Азов? У них синие ленточки на рукавах. Они выгнали всех людей, сказали, уходите куда хотите. И все, и тупо за ними подпалили дом. Все, и мы шли, говорит, оборачиваемся, а он весь полыхает, вся пятиэтажка. Поэтому... Зачем подпалили, непонятно. Ну, уничтожают инфраструктуру, чтобы... А вы из этого села, как да. называется? Виноградное. Виноградное. А как вас зовут? Игорь. Вы волонтер, да? Ну да, помогаю, потому что это мой долг, как сказать. Спасибо вам большое.